Сейчас бы проснуться и сбежать в другой город. Последний день лета, ты рядом со мной. Пусть так будет всегда. Ты для меня, я для тебя. Последний день лета, ты рядом со мной. Пусть так будет всегда. Ты для меня, я для тебя. Итак, мы в Харькове, и что же мы тут делаем? В один прекрасный день, утром, мы проснулись и поняли с мамой, что мы хотим в Харьков. И сейчас мы прекрасно проводим день в одном из самых замечательных городов нашей страны. И день обещает быть интересным, поэтому если вам интересно, то оставайтесь со мной. Сейчас мы идем в монастырь за самыми вкусными пирожками, в которой огромная очередь даже из местных. Мы идем кушать. Люблю, обожаю, как проходит моя жизнь. И мы уже вышли, ходили в церковь и купили вот эту гору пирожков. Эх, что по правильному питанию. Но мне здесь очень и очень нравится. Здесь очень душевно и красиво. Кушаем пирожки, и все так прекрасно и замечательно. И знаете, что я вам хочу сказать? Путешествуйте, делайте спонтанные решения, спонтанные путешествия. И да, посмотрев видео Насти Трапецель, когда она моталась из Москвы в Питер и говорила, что вот путешествуйте, вот я так сорвалась. Первая мысль, которая у меня была, учитывая то, что она младше меня, что ну, не все родители будут, допустим, так отпускать своего ребенка, резко сорваться куда-то на другую часть страны или в другой город поехать. Но если вас родители не отпускают, если вы себе не можете позволить по финансам куда-то далеко ехать и путешествовать, делайте это локально. Это просто. Это классно.
это поднимает настроение, это дает очень хороший энергетический заряд. В общем, путешествуйте, наслаждайтесь жизнью, не сидите дома, и все будет классно. Я надела очки, и не потому, что такая пафосная сволочь, а потому, что очень сильно слепит солнце. Ой. Я, наверное, слишком много разговариваю, но я хочу выразить то, как я рада, то, как я счастлива. Наконец-то какой-то отдых после этого тяжелого года. Я просто понимаю, насколько сильно можно наслаждаться жизнью, как я это делаю. Мне это очень нравится, и это просто офигенно. Может быть, купим что-нибудь интересное. Они просто шикарные. Я давно таких хотела, они просто... Эх, пошли кушать. Салатик, вареный картофель и мясо. Ну что ж, у нас осталось всего полчаса до поезда, и этот замечательный день подходит к концу. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поставь палец вверх, напиши в комментах, куда ты хочешь попутешествовать, любишь ли ты это дело, или какое последнее путешествие у тебя было. Мне правда будет очень интересно почитать. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Сияйте!